Четверг, 16:30. Дмитрий Ломский галантно ведет одноклассницу в танце. Учащийся первой гимназии признается, совмещать учебу, спорт и подготовку к новогоднему балу сложно, но в удовольствие. Есть легкий трепет о том, что это будет сказочное просто мероприятие. Невероятно красивый бал. Вскоре ожидания круглого отличника оправдаются, а пока генеральная репетиция. Каждое движение оттачивается буквально до совершенства. Позади больше месяца подготовки. Научиться танцевать вальс несложно. Все шаги нужно делать на счет раз, два, три. Сначала наступаем на носок, затем только на стопу. При этом спина прямая, плечи расправлены, голова слегка приподнята. На календаре 17 декабря, на часах 8:00. В Доме быта настоящая битва стилистов. Кругом плойки, утюжки, шпильки, невидимки и стайлинг. Идеальные завитки и четко очерченные локоны, убеждена участница бала Виктория Радько, залог успешного образа. Это немножко волнительно от этого торжества. Я в первый раз буду на этом балу, и мне на самом деле очень приятно там поучаствовать. И провести время. Дать шанс девушкам почувствовать себя настоящими принцессами вызвались парикмахерские и салоны красоты города. Среди них Ворожея, Ножницы, Фантазия, Радость, Марижель, Рай и Парк-студия. Не остался в стороне и технологический колледж. А с тем самым платьем, как у Золушки, помогла Лючия. 15:00. На танцевальную площадку выходит 34 пары. Галантные кавалеры в смокингах и прекрасные дамы в вечерних платьях. Но вернемся на 2 минуты раньше. Для какой девочки несчастье побывать хотя бы один раз на настоящем балу? Тем более я понимаю, что все заслуги, которые были завоеванные для гимназии, они оказались не зря. Таким образом, получилось представлять свою гимназию на балу. От бала я ожидаю чего-то особенного, феерического и запоминающегося. Мы много репетировали. Я думаю, что я справлюсь с танцем. Мне, правда, очень нравится. Я хочу почувствовать это еще раз, так как это уже последний год. И это неплохая репетиция перед выпускным танцем, который я хочу запомнить навсегда, так же, как и этот момент. Остается пару минут до начала нашего бала. Мы с моим молодым человеком в предвкушении этого события. Хочу сказать, что мы очень старались. И мы очень рады, что наконец-то подарим наши эмоции нашим родителям и управлению. Билет на бал участники получили за высокие результаты в учебе, творчестве и спорте. В преддверии Нового года проводит настоящий светский танцевальный вечер. Красивая традиция. Здесь изысканные па и, конечно, восторг и волнение тех, кто участвует впервые. В этот вечер юные дамы и кавалеры словно переносятся на несколько столетий назад, когда наши предки с размахом проводили подобные праздники под сводами Мирского и Несвежского замков. Волшебная атмосфера – подарок от Бобруйского горосполкома в рамках республиканской акции «Наши дети». Вместе со старшеклассниками в танце кружится руководство города во главе с мэром Александром Студневым. Хочется пожелать в первую очередь всем крепкого здоровья, благополучия в новом году. И чтобы все-таки все невзгоды остались в старом году. Пожелать всем удачи, праздника и веселья. И, конечно, хорошего настроения. На белорусских землях балы стали устраивать с 18 века. И тогда, и в наши дни светский прием проходит по всем канонам. В программе кадриль полночная, полька карнавальная и полонез. Все под чутким руководством концертмейстера. Плюс, как вишенка на торте, флешмоб и несменная классика вальс. Больше, чем дети, волнуются только мамы и папы. Но это приятные эмоции. В такие моменты сердца родителей наполняются чувством гордости за свое чадо, а на глазах появляются слезы радости. Я хочу выразить городскому исполнительному комитету огромную благодарность за организацию такого торжественного мероприятия. Очень престижно побывать на этом балу. Долго готовились? Очень долго. Очень много нервов было, переживаний, но это оправдалось. Восхитительно просто. Не знаю, чувство перевыполняет, конечно, но все очень красиво. Столько девочек красивых, мальчиков, и одновременно осознаешь, что это наше будущее. Несмотря на возраст и жизненный опыт, в душе каждого все равно живет вера в старого доброго волшебника. И в этот раз праздник не обходится без Деда Мороза и Снегурочки.
Молодежь получает сладкие подарки от мэра города. Партнером бала выступает известная сеть магазинов. Электросила дарит умникам и умницам смарт-часы. В числе обладателей гаджета – король и королева бала. Ими становятся учащиеся 30-й школы Павел Рудой и Агата Соломницева. Забыть этот сказочный вечер у ребят точно не получится. Да и не надо. Окунуться в атмосферу 18 века парни и девушки смогли благодаря своим стараниям и знаниям. Позади годы упорных тренировок и десятки контрольных, написанных на отлично. Но расслабляться некогда. Впереди еще выпускные экзамены и вступительная кампания. Ольга Васенда, Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Станислав Чечерин. Итоги недели.